Участвовало там порядка 50 городов со всей России. География очень обширная, от Петропавловского, Камчатского до Санкт-Петербурга. И среди всех участников Череповец однозначно был признан лидером в области использования информационных технологий в органах местного самоуправления. Все уже знают, что у нас запущены в опытную эксплуатацию муниципальные услуги в электронном виде, запись ребенка в детский сад, запись ребенка в школу. Это что касается той части, которую мы называем электронное правительство. Ну и еще конкретный пример инфраструктурный. Это система электронного документа оборота мэрии. То есть ряд номенклатуры документов, вся входная почта мэра, заместителей мэров у нас циклирует только лишь в виде электронных образов. На бумаге уже, на бумаге этого нет. Ни в одном городе этого, вот, которые участвовали на конференции, такого не реализовано.